Добрый день, уважаемые гости нашего пресс-центра, журналисты, зрители. Сегодня в городском пресс-центре Одессит отчет Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителя о работе в 2020 году. Отчет представит заместитель начальника управления Владимир Байло. Пожалуйста, Владимир, вам слово. Доброго ранку. Отже, основною метою діяльності управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради у 2020 році, як і у попередніх роках, був розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечити достатній рівень обслуговування населення відповідно до його потреб із урахуванням відповідних нормативів забезпечення жителів міста об'єктами торгівлі. Основними завданнями управління для досягнення зазначеної мети було ефективне використання місць комунальної власності для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі, а також забезпечення повноти плати за користування цими місцями. Порядкування елементів міського середовища для врегулювання проблеми безсистемного розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі. Наступне – здійснення контролю за розміщенням тимчасових споруд та елементів вуличних торгівлі, проведення заходів по ліквідації стихійної торгівлі. Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг. По пунктам. Щодо ефективного використання місць комунальної власності. Рішенням Одеської міської ради номер 5453 від 11.12.19 року були заплановані надходження до міського бюджету від плати за право користування місцями комунальної власності для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у розмірі 40 мільйонів гривень. У 2020 році до міського бюджету надійшло 44,1 мільйона гривень, що на 10,3% більше запланованого. Щодо впорядкування елементів міського середовища, то організація належного контролю за розміщенням протиправно встановлених тимчасових споруд та протиправно встановлених елементів вуличної торгівлі з боку управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів надали змогу у 2020 році зменшити їх кількість. Зменшена кількість протиправно розміщених тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі, як наслідок, дозволила зменшити відповідні рішення виконавчого комітету Одеської міської ради та накази начальника, як уповноваженого органу, про їх демонтаж. За звітній період управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів міської ради підготовлено, а виконавчим комітетом Одеської міської ради прийнято 4 рішення про демонтаж тимчасово встановлених споруд. Також начальником управління видано 9 наказів про демонтаж протиправно розміщених елементів вуличної торгівлі. На підставі зазначених документів демонтовано 129 протиправно встановлених тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі. У 2019 році таких об'єктів було 576. Проте протягом останніх років спостерігається стійке зменшення кількості таких об'єктів. Наприклад, на 447 об'єктів менше або на 77,6% ніж у 2019 році. Також у 2020 році управлінням демонтовано 406 об'єктів стихійної торгівлі, що на 98 об'єктів більше, ніж у 2019 році. У 2020 році проводилися рейди з метою ліквідації стихійної торгівлі з представниками районних адміністрацій Одеської міської ради та Головного управління Національної поліції в Одеській області, направлених на ліквідацію стихійної торгівлі. До Головного управління Національної поліції в Одеській області направлялися звернення з проханням встановити осіб, які організовують стихійну торгівлю, для відшкодування видатків на демонтаж таких об'єктів та їх охорону на штрафовому майданчику відповідно до розпорядження міського голови від 16.08.2013 року. У 2020 році на засіданнях адміністративної комісії Одеської міської ради розглянуто 129 протоколів про адміністративні правопорушення, за якими винесено постанови про накладення адміністративних стягнень. Від адміністративних штрафів за звітній період до міського бюджету залучено 61 370 гривень. За вказаний період управлінням розглянуто 495 звернень і скарг громадян у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфері послуг, а також 990 звернень та скарг громадян у сфері захисту прав споживачів. Таким чином, основні критерії реалізації головних завдань управління у 2020 році зводяться до ефективного використання місць комунальної власності,
для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі, а також акумулювання плати за користування цими місцями, яка у 2020 році склала 44,1 мільйона гривень. Здійснення контролю щодо розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі, проведення заходів з ліквідації стихійної торгівлі, а також, як наслідок, в яких склалася стабільна тенденція щодо зменшення кількості протиправно встановлених об'єктів торгівлі. Ми говорили з вами, що їх стало менше на 77,6%. Дякую, у мене короткий звіт. Спасибо большое, переходимо к вопросам. Вітаю, Богдан Сівко, телеканал «Медіаінформ». Ось таке в мене питання. Взагалі, з якими наразі проблемами звертаються споживачі до вашої служби? Тобто, це там не неправильні цінники, тобто, з якими ще більше проблемами обращаються взагалі потребителі? Найчастіше це інтернет купівлі та якість товарів. І ще одне питання в мене. Наразі дуже активно розвиваються та набирають популярність інтернет та пабліки, де люди пишуть про поганих продавців, висвітлюють це, і більшість людей звертають на це увагу. Чи взагалі слідкуєте ви за цим, як у соцмережах обговорюють тих чи інших продавців, які не виконують свої обов'язки перед споживачами? Ні. Дякую. Доброе утро, Владимир Анатольевич, Евгений Коган. Доброго утра. У меня будет ряд вопросов. Первый вопрос такой. Скажите, обычно в ваших отчетах всегда, не ваших, а в отчетах вашего управления всегда приводилась цифра, сколько принесли предприятия торговли и там ресторанного и другого бизнеса в казну города Одесса. На такой, у вас всего одна цифра прозвучала, 66 тысяч, ну как-то это... Нет, я сказал, что было запланировано 40 миллионов на 2020 год, и сума, которая поступила в бюджет, составляла 44,1 миллиона гривен. А сколько у нас вообще, как говорится, субъектов предпринимательской деятельности, которые в этой сфере работают, чтобы определиться, ну, сколько, как говорится, хотя бы, ну, я понимаю, что все объекты разные. Эта цифра неустойчивая, потому что, ну, все зависит примерно, от сезонности. Скажем, ту цифру, которую вы знаете последнюю. Около 3,5 тысяч. 3,5 тысячи принесли бюджет города Одессы. А площадь, которую все они занимают, примерно знаете? Не высчитывалось. Не это нестабильная цифра, потому что она лавируется в зависимости от сезонности. Если вы летний период, площади увеличиваются, на зимний уменьшается. Ну, чтобы определиться, допустим, сколько приносит квадратный метр торговых площадей в бюджет. Вот такая, вот никогда не... 35 гривен в зависимости от места с корректирующим коэффициентом. Это арендная плата или это примерно сумма, которая поступает в бюджет? Это поступление в бюджет. В год? В месяц. В месяц. Хорошо, спасибо. И теперь я пойду по заданиям и функциям вашего управления, если можно, а вы, как говорится. И у меня просьба такая. Речь не идет о том, а вообще эти отчеты, это отчеты про финансовую деятельность управления прежде всего, а не про, ну там, как говорится, загали. И поэтому и ваши функции меня интересуют, были ли они подкреплены каким-то финансовым обеспечением, как они выполнялись и какой экономический эффект, допустим, они принесли городу. Ну, один из таких заходов – это расширение доскональной мереж предприемств торговли. Значит, пункт 2.1.2 – здесь заходов счета расширения и доскональной мережи предприемств торговли. Вот это как эта функция осуществлялась в вашем управлении? У 2020 році, на жаль, в зв'язку з захворюванням і введенням локдаунів, ця робота не проводилася. А як це зв'язано з локдауном? Коли підприємцям забороняють працювати, ми не можемо розширювати цю сітку. А вдосконалення? От я чому, як говориться, жителі міста Одеса, дуже напрягає питання, що вся торговля у нас стремиться к одному узкому місту, к привозу. В прошлом году вы задавали этот вопрос. Я задавал тот же вопрос, я точно так же не могу получить на него ответ. Каким образом вместо паркинга обещанного вдруг появился торговый центр, который опять привлечет туда и продавцов? Этот вопрос вне компетенции управления торговлей. Ну, какие-то предложения же вы даете? Нет.
Значит, то есть это не входит полностью в функцию вашего управления? Это капитальное сооружение. Я про его, как говорится, назначение, а не про все-таки... Капитальные сооружения не входят в компетенцию управления торговлей. А у вас как одесситу, допустим, наличие там пробок или еще чего-то, оно никак, никаким образом вы с размещением объектов торговли не связываете? Я, а что для одессита вообще-то, а не только для прессы, кстати, Маш. Тогда по отчету, тогда, извините, у меня вопросов нет. Какой отчет, так и эти самые. Но я не думаю, что это, ну, умерить правильно. Если отчет, как говорится, мне не понравился, я хочу расширить. А я в дискуссию пошел. Так, следующий, ну, вопрос такой. Вот скажите, пожалуйста, у вас есть пункт, который 2.2.3 и 2.2.4, связанные с работой, связанные с контролем за соблюдением рынками и использованием площадей в размерах рынка и противодействие стихийной торговле. Скажите, рынок староконный. Он никогда не прекратит свое существование, так сказать, по торговле по территории тротуаров, расположенных рядом улиц? Мы проводили переговоры с администрацией рынка для того, чтобы они предоставили торговые площади для тех людей, которые торгуют на улице. И вас рынок проигнорировал, торговцы проигнорировали, правоохранительные органы проигнорировали. А чем это связываете вообще-то? Анализ вы делаете? Почему это не происходит из года в год? Я в прошлом году или позапрошлом задавал этот вопрос. Это социальное явление. Торговля у нас переместилась, и она размещается стихийно, размещается на тротуарах. А это нормально? Обеспечиваются правила торговли, обеспечиваются там требования к торговле? В 2020 году я вам зачитывал в отчете, сколько было объектов таких демонтировано. А там были демонтированные объекты именно в районе Старокона? Мы можем демонтировать сооружения, мы можем демонтировать приспособления, которыми они используют, но мы не можем демонтировать их товар. Если люди осуществляют торговлю с земли, мы не можем изымать товар. Вы, у вас не предусмотрен для этого, как говорится, совместная работа с департаментом коммунальной безопасности? Нет. Нет. Хорошо. Ну, что сказать? Сейчас, секундочку. Нет, у меня есть вопрос, связанный, допустим, с тем, что у вас в одной из пунктов управления записано, что 2.2.14 подание до суду по завещанию до захиста прав споживачей. В прошлом году вы какие-то, так сказать, в этом делали, подвижки у вас были? У нас не было таких справ. У нас не было таких справ, за якими необходимо было звертатись. Вы обращались, как говорится, делали себе, так сказать, в бюджете вашего управления или, так сказать, бюджетным запытом счету выделения средств для претензионной работы? Міським бюджетом не виділено коштів для подання позову. Ви обращались или нет, я спрашиваю? Нет. Ви обращались таким? Извините, пожалуйста, ви не даєте даже договорить. Вот я очень извиняюсь. Ви хотите вступить просто в дискуссию, ну давайте выйдем на улицу, будем дискутировать хоть до вечера. Задавайте, пожалуйста, корректные вопросы. Я спрашиваю, в интересах? Да, обращались. А как вы, так сказать, сколько примерно случаев вы могли бы вспомнить, когда такая помощь действительно была бы необходима? В данном случае не было вопросов, связанных с тем, чтобы управление обращалось в суд. Я спрашиваю, ну, допустим, вам не выделили средства, я понимаю. Но, в принципе, те, кто к вам обращался, вы, если не ошибаюсь, 900 с чем-то случаев, когда были вы выступали в интересах споживачей, которые к вам обратились. В скольких из этих случаев была потребность обратиться в суд в защиту интересов прав одесситов? Таких случаев не было. Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос вот интересный. Для неадминистративных послуг еще находится в компетенции управления. Да. Какие административные функции, послуги вы оказываете, и какие для этого необходимы финансовые средства и организационные ресурсы? Вони всі перелічені на сайті Центру адмінпослуг. Це висновки та договори, які надаються управлінням для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі. Хорошо, скажите, тогда вопрос. Мы приближаемся к лету, я надеюсь, что, может быть, как говорится, будет у нас
некоторое ослабление коронавируса, и будет опять возникать вопрос, связанный с летними площадками. У вас есть план-схема размещения, легального размещения летних площадок, чтобы каждый мог бы увидеть, как говорится, эта площадка, которая находится возле захода торговли, она разрешена, она запрещена. А все летние площадки, которые размещаются в городе Одессе, оформляются надлежащим образом. То есть за прошлый год не было ни одной площадки летнего типа, которые были бы самовольно установлены, скажем. Совершенно верно. А вообще такая, я спросил про план-схему. Это, так сказать, у вас такой опции даже не существует, да? Совершенно верно. Хорошо. В этом году ресторан обращается для размещения летней площадки. В следующем году ресторан закрылся. Какая план-схема? Мобильная. Так. Вообще, как бы вы оценили состояние торговли в городе Одессе? Поясните мне, пожалуйста, понятие состояния торговли. Я имею в виду, допустим, прежде всего речь идет о, так сказать, стихийных мест торговли, которые постоянно на слуху, если кто ходит и слушает аппаратное совещание мэра, то практически через одну там возникает вопрос, скажем, так называемой дорожки на Котовского район, дома мебели по Малиновскому району и прочее. Предлагаю вам поехать на улицу Бочарова и посмотреть. Я с удовольствием поеду. Я просто могу показать вам фотографии, когда закончим. Скажем так, вы считаете, что в принципе больше стихийных рынков, на сегодняшний день которые бы, я закончу вопрос, можно? Стихийных мест торговли, которые бы существовали в городе Одессе, их просто не существует, они никому не завожают, жалоб на эти, так сказать, на стихийную торговлю ни в управлении, ни в райадминистрации, ни в горсовет не поступает, я так понял. На сегодняшний день проходит ежедневное дежурство на улице Бочарова, в результате чего стихийная торговля там ликвидирована. Мы только поговорим с вами про улицу Бочарова. Вы задали вопрос по улице Бочарова и вспомнили про площадь Деревянка. Я потом изменил вопрос и сделал его шире. И спросил, в городе Одессе не существует больше стихийной торговли, на которую бы поступали в жалобы ваше управление, райадминистрация. Существует, и мы работаем в этом направлении. Расскажите, если можно, чуть подробнее. Существует, поступают жалобы. Мы вручаем предписание стихийным торговцам и на следующий день отправляем туда демонтажную бригаду для ликвидации. Скажите, сколько ваше управление выписало протоколов о нарушении правил, которые рассматривала админкомиссия? Зачитал в отчете. Хорошо. Вопрос такой. А сколько было оспорено? И потом... Не было оспорено. Это первое. Второе. Эта работа затрудняется тем, что торговцы, которые осуществляют стихийную торговлю, не предоставляют никаких документов. Вы не можете составить протокол, если у вас нет паспортных данных человека. А как решать эту проблему? Как специалисту? Вызываем полицию. И? Таким образом ликвидируем проявление стихийной торговли. И у нас она уже, как говорится, скажите, хоть одно место назовите, где она ликвидирована, благодаря, в том числе, усилиям вашего управления. Улица Бочарова. На участке тот, который вы называете дорожкой, между Добровольского. Это ежедневная работа. Сегодня с утра было демонтировано 6 объектов, пока я ехал сюда. На улице Троицкой, на улице Успенской. Это социальное явление. Люди выезжают, выставляют на маленький какой-то столик и продают с земли продукты питания. И почему это происходит? Потому что у них покупают эту продукцию. Если бы не покупали, никто бы не продавал. Правда ведь? Ну вот вы занимаетесь функцией управления, в том числе и организацией, так сказать, то есть торговой деятельности. А как, по-вашему, сделать так, чтобы, как говорится, можно было бы удобно и торговцам, и покупателям, и просто это организовать, чтобы это имело какой-то организованный характер? Что это? Ну, допустим, стихийную торговлю.
Ее можно организовать или нет? Или это, так сказать, тот процесс, который, в принципе... Она поэтому и стихийная. Но вы же сказали, если бы ее бы не существовало, если бы не покупали. Совершенно верно. Так я спрашиваю, может быть, есть смысл ее легализовать каким-то образом? То есть заняться функцией организации, как у вас записано, сейчас прочитаю правильно, то есть торговой деятельности. Это нецелесообразно. А как это определяется? Работники, вы заказываете где-то какие-то исследования социологические, вы проводите... Если машина выезжает на... Я закончу вопрос. Мониторинг или это мнение только исключительного работника вашего управления, на основании которого, как говорится, делаются все заключения? Если бы субъекты предпринимательской деятельности обращались в управление с заявлениями по размещению торговых объектов, они бы рассматривались. В данном случае никаких заявлений на размещение... Разрешение на размещение не поступало. Скажите, пожалуйста, вот в принципе тот вопрос, который я в прошлом году задавал, но не получил ответа, и связанного с организацией вообще, как говорится, изменения торговли. Скажем, такой так, пример, который здесь был приведен, что скоростной трамвай может стать фикцией в этом городе в связи с тем, что с 5 часов трамваи по улице Преображенской просто не проезжают. Это вопрос не компетенции управления развития потребительского рынка. Подождите, эти все бусы заезжают на рынок Привоз. И они там, как говорится, свои сложности. Значит, за их заезд, наверное, каким-то образом может отвечать администрация рынка Привоз. Полиция и все остальное. Понимаете, тут уже, как говорится, стоит вопрос, связанный с общественной необходимостью. Или транспорт, или интересы торговцев. А может, и речь о том, что когда-то стоял вопрос о выносе, так сказать, организации, как то кажут, гуртового рынка не на территории Привоза, а на выделение какой-то другой территории. Была такая... Какой вопрос? Вот, задайте вопрос, который касается компетенции управления. Я поэтому спрашиваю. Может быть, управление давало горсовет свои предложения по изменению организации торговли, созданию каких-то, так сказать, оптовых или каких-то других рынков, предложение торговцам организоваться в другом месте. Управление торговли не дает предложения собственникам рынков, каким образом им размещать торговлю на своих объектах. Скажите, пожалуйста, а пассажиры трамвая, которые стоят в ожидании, когда пройдет эта пробка, они являются споживачами? Каких услуг? Транспортных. Обратитесь с этим вопросом. Я спрашиваю, в 2020 году ни разу не поступало жалоб на то, чтобы... Нет. Говорится, нет. Какие нестерпеливые люди. Ну хорошо, тогда на этой позитивной ноте я обязательно обращусь в этом году лично. Если хотите, мы вас пригласим на проведение мероприятий по ликвидации стихийной торговли. А вы пригласите всех журналистов, понимаете? Вы кроме, извините меня, такое, знаете, у вас, по-моему, единственное, что ваше управление занимается только сносом объекта и ничем другим. Ни организацией торговли, ни защитой прав споживачей, ничем. Вот такое мое мнение. Субъективное мнение. Развейте его, пожалуйста. Я полагаю, что у вас, как говорится, получится. Спасибо большое. Напомню, в городском пресс-центре «Одессит» состоялся отчет Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителя о работе в 2020 году.